Re, viss ēters ir te! И снова к событиям в Латвии. Рядом с устьем реки Огра на Даугаве вовсю идут работы по строительству мола, чтобы защитить дома местных жителей от наводнения. Его главное назначение во время паводков – не пускать лед из Даугавы в устье Огры. Строительство будет закончено в следующем году. Вьеструс Андерсон с семьей живут в этом доме на берегу реки Огры уже более 40 лет. Он хорошо помнит 2013 год, когда старая дамба еле-еле выдержала огромные глыбы сходящего по реке льда. Уровень был такой, что лед не проходил каких-то полчаса. Вроде бы потом прошел, но дамбу почти размыло в одном месте. Размыло целую треть. Через полчаса уровень снизился. Повезло. Тут еще вот в чем дело. Реку заносит постепенно, в устье. Поэтому, когда сходит лед, то уровень с каждым годом все выше. После наводнений дамбу исследовали, и выяснилось, что она действительно еле держится. Из-за бобров и неподходящих стройматериалов дамба стала небезопасной. В прошлом году ее восстановили, а чуть дальше у норы Упите построили еще одну. Тут это поможет, конечно. Чувство безопасности есть. Здесь дамба выше. В 2013 году дела у нас были плохи. Вода разливалась. Когда была холодная снежная зима, мы конкретно перепугались. Я думаю, что поможет, потому что раньше, когда я помню, здесь раньше были такие потопы, разливы, все здесь, вот эти дома, все плавали. Строительство защитного мола началось в конце прошлого года. Гидроинженеры выяснили, что в реке Огры образовались песчаные наносы, которые не позволяли меньшим потокам реки впадать в Даугаву. А во время морозных зим, когда обе реки были полны льда, здесь образовывался большой затор. Весь поток реки Огры впадает в эту акваторию. Тут лед, а уйти ему некуда. Он здесь собирается, потому что тут все занесено. Поэтому все идет назад, а окрестности всего устья реки Огры заливает. Два защитных мола прямо возле устья реки Огры на Даугаве в дальнейшем позволят направлять течение крупнейшей латвийской реки в сторону Рижской ГЭС. Общие затраты на проект по предотвращению наводнений составляют 4,2 миллиона евро. Сергей Герасимов, Анда Боша, Иван Смилов, Латвийское телевидение.